Из хороших новостей то, что с премьер-лиги первые три лидера, да, турнирной таблицы выйдут на... Мангазу хорошую передачу сделал на Куроласпаева. Куроласпаев туда можно. И как так? Как так? Не получилось там замкнуть. Да, перешли у нас качели. Сейчас пионер с мячом. Осет добирается. Удары. Что за шева? Что за сейф? Шенечка так разыграть. Допустим. Допустим, сделать скидочку. Ой-ой-ой! Как пробивает Мадьяр! Алиаскар будет вводить мяч в игру с углового. Передача сюда. Хорошая. Хорошая была. Мумбаев Диас наносил. Что ж, забили? Так. Нурсиит сам нанес удар. И что не взял вроде бы разбег, скорее всего, сам будет разыгрывать. Сомневаюсь, что он будет бить. Нет, он все-таки бьет и бьет высоко. Как он будет разыгрывать этот стандарт. Бьет и за... О, боже мой, это ж... Ой-ой-ой, а там крики пошли. Крики... оказался на газоне. Сил ногу манжол и заработал. Ой-ой-ой, а Мико там что сделал? Мико там промахнулся по мячу при выходе. Это чуть ли не... Наносит удар и не совсем точно. Ну вот сейчас может быть хорошо. Как же хорош Насанов Мико. Терял. Семей с мячом. Нет, Семей тут же, да, теряет мяч и... Ой-ой-ой, Асет Насанов как пробивает, да? Санчо сейчас делал прострел. Ой-ой-ой, кажется, там крестовину аж